Всем привет! С вами Константин и компания «Стройгарант Анапа». Друзья, сегодня мы с вами находимся в коттедже поселке Морской, где у нас приобрели вот этот дом 110 квадратных метров. И жильцы, которые купили этот дом, сейчас находятся там. Пойдемте познакомимся с ними вместе. Пойдемте. Здравствуйте, разрешите? Виктор, Лариса, здравствуйте. Здравствуйте. Вот хотел прийти поздравить вас с вашим приобретением, выбором такого прекрасного домика. И хочу, чтобы маленько рассказали себе, откуда приехали, почему именно решили перебраться в Анапу или, может быть, еще что-то рассматривали, и как вышли на нашу компанию. Очень будет интересно для нас и для нашего зрителя. Мы вообще-то мечи из Томска. Земляки почти, соседи с Кузбасса. Ну вот, приехать мы сюда планировали, наверное, уже больше года, искали разные варианты, прошли, как говорится, Новый Адлер, около полугода времени потеряли, прошли Геленджик, месяца два потеряли, прошли Севастополь, тоже месяц потеряли. Вернулись в Анапу и, по нашему мнению, что это самый наилучший вариант. Искали, как бы определялись с фирмой-застройщиков, но совершенно случайно. Наткнулись на вас совершенно случайно, послушали отзыв в Ютубе, дальше начали смотреть ролики, просмотрели все ваши ролики, тебя, Константин, Александр, посмотрели, ну, практически все. Посмотрели, где вы застраиваете, посмотрели застройки в Гастагаевской, но нас как бы привлек вот этот вариант в Морском, как самый для нас удобный. Во-первых, аэропорт рядом, во-вторых, железнодорожный вокзал рядом, город рядом, ну и самое главное, море. В шаговой доступности это пляжи песочные. Море, как говорится, в 4 километрах, а на машине, ну, вообще рядом. Поэтому примерно такие обстоятельства у нас. Почему выбрали именно вот эту квадратуру дома? Ну, как бы начали мы смотреть по застройкам, по вариантам, по квадратуре. С чего мы начали это смотреть? 110-й проект. Сразу понравился 110-й проект. Неделю думали, гадали, этот, не этот, позвонили. Нам ответили, Юля на связь с нами вышла. На тот момент из незастроенных оказался 130-й вариант. Мы его забронировали. Смотрели, в принципе, подходящий вариант. Но как бы 110-й нам ближе по площади, но мы два пенсионера, поэтому чем меньше площади, и по габаритам достаточно удобный вариант. Приехали сюда, созвонились, приехали сюда, Юля нас встретила. Обошли, ну, для начала, для ознакомления мы в Гастагайске посмотрели, какие варианты, где. Чтобы знать всю картину, да? Да, ну, для себя как бы. Заселили в гостинице, молодцы. Без проблем вообще. Да. Встретили, заселили, да, все по никаких проблем не было. Юля с нами трое суток непрерывно сама была. Ну и поехали сюда в Москву, уже как основной вариант искать. У нас 130-й был забронирован, это вот на Малиновой улице, и пошли готовые проекты смотреть. Ну, как я уже говорил, у нас был в приоритете 110-й проект, и еще мы планировали найти именно готовый дом. К счастью, оказалось, что на Цветочной 44 есть готовый дом, 110-й. Построен под ключ, нас устроило больше, чем требуется. И отделка достаточно понравилась. Аккуратненько. Степень готовности, уже можно заселяться. Поэтому. Да, приедем как раз вот буквально на днях. Люди, которые звонят к нам в отдел продаж и интересуются, сколько уже здесь построено домов. Я вот отвечаю, и вы приехали. Здесь мы уже застраиваем в районе 75 домиков. Когда вы приехали, много ли домов осталось здесь в свободной продаже? Как раз нет, уже не было. Все разобрано.
Поэтому просто нам повезло с этим домом, просто повезло. Мы посмотрели уже по застройке, но даже больше 80 домов уже построено. Куплено на тот момент, когда мы сюда приехали, тоже сколько мы считали? Где-то около 80, да? Да, да. Если три улицы, это 120, грубо говоря, домов, 80 это уже куплено. Уже нет. Да, поэтому мы посмотрели, случайно оказался готовый вариант 120-го. Мы зашли, как бы посмотрели, убедились, нам подходит. Поэтому сомнений не было. Какие-то, может быть, пожелания для наших подписчиков, которые переживают все-таки переезд, это дело такое серьезное, говорят, что не ко всем климат может подойти, с работой, как здесь, и еще что-то, какие-то такие моменты. Я не скажу, что она не нужна пенсионерам, а по климату, конечно, вот сейчас 23 декабря, сегодня плюс 18. Когда собираетесь уже домой? Ой, страшно, завтра. Завтра, но там минус 28, я уже посмотрел, потому что тоже как бы смотрю. Да. Наша фирма вам в честь, вот, может быть, преддверия новогодних праздников сделали какие-то предложения, скидку, еще что-то, с чем можно было, как сказать, поделиться? Да. Ну, во-первых, сегодня в офисе Юлия нас поздравила, подарки преподнесла. Во-вторых, ну... И была скидка на дом. Очень приятно, так что спасибо большое. По цене дома нас более чем устроило, поэтому, ну, мы как бы ожидали каких-то вариантов, но этот вариант нас более всего устроил. На встречу фирма наша вам шла? Да, да, конечно. Мы как бы дозаказали дополнительное... Веранду заказали, открытую там, террасу, заказали еще какие-то элементы, которые нам потребуются, поэтому претензии. Все к 30 марта обещали сделать. Да. Значит, но сделаем. Но по дому практически никаких замечаний и нет. Поэтому хочу вас еще раз поздравить. Угу. Поздравляем, что выбрали надежного застройщика, партнера. Живите счастливо, обращайтесь к нам, если будут какие-то вопросы, рады будем вам помогать. Не вопрос. И советуйте нас своим знакомым и друзьям. Хорошо. До свидания. До свидания. Друзья, с вами был Константин и компания «Стройгарант Анапа». Мы взяли отзывы у этих прекрасных наших новых жильцов Виктора и Ларисы. Поэтому, если вы хотите к нам переехать в Анапу, обращайтесь, и мы вам поможем с домом. Будьте счастливы. С наступающим вас новогодними праздниками. Всем пока, до новых встреч.